Приветствую вас на канале Инфобум. Тут вы найдете много интересного, спортивного, сенсационного и будоражащего контента. Обязательно подпишитесь и поставьте лайк, а также оставляйте комментарии. Приятного вам просмотра. В Тюменской области уволили следователя Рафика Аглиулина после публикации в СМИ видео, на котором он празднует свое повышение под возгласы «Жизнь ворам». Яуе. Региональный следственный комитет проводит служебную проверку по факту ролика. Его автор Денис Девкин, который произносил криминальные лозунги, извинился за неудачную шутку, которую, по его утверждению, он не успел объяснить из-за прервавшейся видеозаписи в Инстаграм. Следователя СКР по Тюменской области Рафика Аглиулина уволили после видеоролика, на котором он празднует свое повышение до звания майора под лозунги «Жизнь ворам». Яуе. Сообщили местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. По их данным, глава центрального аппарата СКР Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль. В пресс-службе регионального СКР «Урал» сообщили лишь, что по факту ролика проводится служебная проверка. Видео, вызвавшее общественный резонанс, опубликовало агентство «Новый день». На нем, предположительно, следователь Рафик Аглиулин позирует под возгласы «Жизнь ворам». Яуе. Во время банкета по случаю получения погон майора. Жизнь ворам! Ауе! Судья! Прокурор. По данным «Нового дня», торжество проходило 7 февраля в грузинском ресторане «Салаби». На нем также присутствовали начальник отдела по борьбе с организованной преступностью регионального УМВД Алексей Ушатый, его заместитель Артур Рузеев, руководитель отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР Игорь Деев. Видеоролик снял и разместил в Инстаграм Денис Девкин, который имеет судимость за причинение легкого вреда здоровью, хулиганство и умышленное уничтожение или причинение вреда чужому имуществу. Он же выкрикивал лозунги. По данным соцсетей Дениса Девкина, он является директором охранного предприятия «Туман» в Тюмени. Вскоре после инцидента Денис Девкин извинился за нелепую шутку, которая может повлиять на сотрудников полиции. Я, наоборот, хотел похвалить их за то, что город у нас чистый, криминала мало. Я зашел в кафе просто купить чачи и увидел знакомых, решил присоединиться. Объясняет господин Девкин в видео, размещенном в телеграм-канале LiveShot. Он добавил, что хотел объяснить шутку, но видеозапись в Инстаграм оборвалась. Связаться с ним лично никак не удалось, он не отвечал ни на телефон, ни в соцсетях. В региональной прокуратуре сказали, что на видео нет действующих сотрудников надзорного органа. В полиции пообещали предоставить комментарий позднее. Аббревиатура АУЕ, арестантский уклад ЕДИН, используется в криминальной субкультуре, в которую вовлечены в том числе дети и молодежь. Впервые эту проблему подняли в январе 2016 года на заседании Совета при Президенте РФ по правам человека, СПЧ. Члены СПЧ сообщили, что участники движения связываются с подростками и требуют сдавать деньги в так называемый общак для зоны, толкая их на преступления. При этом продвигать субкультуру помогают группы в соцсетях с цитатами из криминального сленга, количество участников сообщества достигает 800 тысяч человек.